92-й годы, точка. Русский духом, но черный как кофе. Чтобы не угаснуть, я курю допинг. Если ты играл, ты знаешь, так проще. Коли ты услышал, это значит, я в топе. Я из тех, кого сюда привел голод. Они говорили, тут не так уж и плохо. Но сколько б не имел, я всегда хотел больше. Они были на счетах, и мы их сняли со счетов. До того, как они нас списали со счетов. Я не помню день, когда я поднял первый кусок. На летающие, долетающие ног. То и дело уходили от проблем. Выживали, заливали Бакарди. За кем-то остался лишь портрет. Музыка и светлая память. Они кричали, нигер, брось рэп. Это был 9-й год, шел снег. Теперь мой рэп отправит их на тот свет. С нуля и до вершины прув укор всем. Мои проблемы, мои проблемы. Именно они делали сильней. Мечтами о сцене, мечтами о сцене. Эра полетела как один день. Даже у стен есть уши. Именно они мои первые фэны. Все, что я хочу, стать лучшим. Раз я упустил вариант быть первым. Что они скажут теперь? Я уже не услышу. Я оставил 6 лет позади себя, теперь я их выше. Я гонюсь за успехом, а вслед за успехом придут деньги, но дело не в деньгах. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить. Я гонюсь за успехом, а вслед за успехом придут деньги, но дело не в деньгах. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить и не выживать. Я просто хочу начать жить. С тех пор, как родился я черный лебедь. Среди твоих белых мне делать нехуй. Как дома, тогда лишь когда я в рэпе. Если ты не снич, поздравляю с этим. Сливает обычно тот, кто всех ближе. Взрываю в России шум до Парижа. Моя жизнь — это стиль, это долбанный фильм. Режиссер из ниоткуда, Крис Макари. Мои новые Nike сияют ярко. Хочешь меня достать?